Камбрия, шпионаж. Стой, погоди, а тут уровень 2-4. Ну ладно. Ну давай попробуем. Мы тут со своим первым уровнем сейчас всех порвем. Мы же не лохи какие-нибудь. Да-да-да-да. Четкое замечание. Your mission is to break into enemy data vaults and steal any intelligence files you find. Короче, надо найти. Стой. А тут есть лесенка наверх. Пошли посмотрим. Так, а в прошлый раз мы вот примерно по такой же лесенке шли. По-моему, она один в один. Вот прям как вот мы уже бегали. Ну тут кто-то не... Фантазия маленькая у тех, кто придумал эту карту. Да. Вон они ходят. Там собаки, собаки их жрут, смотри. Остановись-то, бэйби. Так, стой. Пройди как-нибудь, чтобы они тебя не видели. Собаки страшные. А, нормально. Во, да, отлично прям. Подожди, надо взять с ящиков. Есть что? А, там вон ящики. Ну сбегай, давай, я постою. Ты можешь незаметно. О, ампула детонита. Очень интересно. Я не знаю для чего она, но вдруг пригодится. Мы уже на этой карте играли. Возможно. Слушай, это похоже на... Не, на это не играли. На тебе, умри. Там девушка. Застрял в текстурах. Кто где? Мне кажется, там не всех убили. Ну, нам надо вообще не убивать здесь, а данные воровать. Ау. Хочу я. Бомба. Тебе. Где там бегаешь? Да тут ты ящик там открыла? Да. Нет, не открыла. А, там еще есть? Да. Наверное, какой-то не знаю. Бум. Так. На Б? Ну, мне все равно пошли на... Где оно, а? Я на Б уже побежал. Ну, побежали. Меня все равно спалили. Он бежит. Да, побежал. Хватит, выпить. Да что ж ты прям какой...
везде. Ты какой? Надо. Ой, я тебя нашла. Молодец. Бегал тут вокруг. Что тут интересного есть? Ну, здесь тоннели, чтобы незаметно ходить. Мы тут же знатные стелсеры. Пошли. Блин, пойдем уже к какой-нибудь точке. Чё мы как эти? Идем вон. Сожри пулю. Куда побежал? Стоять, зад. Идем вот вниз. 62 метра. Где-то здесь. Вот тут. Ой, закрыто. Да тут. Так, походу их по очереди надо взламывать. У меня такое подозрение. Ладно, побежали на А. Да, пойдем на А, там по очереди они, видим, как-то открываются. О, я вижу ящик, чувачка. Так, это С, где тут А? Ящик. Да ну отвали ты, что ты тут делаешь вообще? Блин, камни, главное, посередине металлических конструкций, это, конечно. Идешь? Клевое допущение игры. О, а, я вижу А. Давай, иди сюда вот. Так, нет, не вижу А. Ко мне беги. Где ты есть-то? Keep going. Nobody knows you're here. Nobody knows you here. Не, никто не знает, что мы здесь, абсолютно. Просто такие мега незаметные. Да ты не дострелишь, да? О, воду нельзя. Аккуратней. Воду нельзя. Всё, я сижу. Чё ты сделал? Ай! Что за фигня была? Почему я все время загораюсь? Я тут что-то просто взломал, я не понял, что. Меня в этой игре просто прикалывает там. Это и куча возможностей что-нибудь взломать. О, слушай, здесь обход есть. Я а что надо сделать здесь на точке? Ты видел, я вон обгоревший. А, нет, это я в темноте просто. Вот, взламывай эту штуку. Так. Все штуки взломали, что ли, я не знаю. Консоль управления. Ну, я так понял, здесь нам делать бы... Нет, точка А горит. То есть мы не все сделали, что надо было. Или сделали. А, непонятно. Пошли попробуем на Б, что ли? А, я знаю, надо вниз. Вниз? Да. Ну вот, сделаю его. А, вот, давай, открывай, взломай. Оу. Поторопился? А что это было?
Делаешь? Прикольно. Excellent work. A clean extraction with no alarms. Ой, иди возьми, тут сокровище. Где? Делаем? Да. Все, валим на Б. Что это такое? Так, данные получены, нам теперь надо еще получить данные. Теперь на Б, да? Там как лошара, блин. Странно. Ну ладно. Сюда. Зато никого нет теперь. Мне не нравится. О! Походу тут надо обойти как-то. Где что обойти? Вот на Б. Я тут чувака какого-то нашел. Тут дверь нашел. Дверь? Я зашел. Уничтожаю еще одного чувака. Я тоже нашла дверь. И прямо около Б. Так, а я где нашел? Я вообще не... А, это я на С, наверное, побежал. Да. И чё я тут зашла? Так, ну на С нам пока рано. Непонятно. Так, а мы тут уже были, судя по всему, да? Так, где Б-то? Я где-то. А, во, все, все, вспомнил, тут же вниз надо идти. Не надо в меня стрелять. Убил ты ее? Да. Пошли-то. Хрен поймешь, куда бежать. Не работает, что ли? Так, ну подожди. Ладно. А, вон Б наверху. Нам надо наверх. Так. Где? Тут есть что-нибудь? А, вот веревка. Что-то он не показывает, что по этой веревке можно прыгать. Так. Что-то непонятно. Ну вот, я нашел дорогу, идем сюда. Где? По стене просто пропрыгиваешь сюда, на другую сторону, и все. Где? Видишь, он где я? Ты куда? Нет, по другой стене, пац. О, я нашла ящик. Молодец. Ох, там что-то вкусное. Я тоже хочу. Ты поняла как? Так, а как туда обратно-то забраться? Я стою в воздухе. Пошли. Вот, вот. А, стоп, это я опять-то тут же, да? Вон. Yeah.
это я не понял. Зачем я за тобой пошел вообще? Не знаю. Короче, вот он. Мой звездный час. Как ты запрыгнул туда дальше? Вот, смотри на меня. Делай, как я. Всё? Залезла? Да. Вот опять, вот что это за фигня вот эта вот, а? Не знаю. Какой-то фрагмент, а его взять нельзя. Обидно. Тынк! А, тут, наверное, взломать надо? Открывай, брата. Ух ты! Ты да. Ну, по ящике откроем. Data extracted. They won't even know it's gone. На C пошли. Погоди, а это что? А, мы здесь уже были, да? You're still in the clear. No detection from enemy sensors. Да, нас никто не заметил, абсолютно. Тут уже нет никого. Ну как нет, вот есть. Был. Да всплыл. Ух ты! Да это комната сокровищ. Во. Чуваки, простите. Ну, опять куда-то не туда идем. А! Че? Ой, я провалился. Не увидел дыру в земле. Ты где? Я тут посерединке. Я чувака нашел. Еще ящики. Собака, как ты только оказалась? Че? Пошли на С, че мы тут? Ну как же всех убить? Ты ж хотел. Да, ну, ой, там псина бежит какая-то. Ладно, я к тебе иду. Меня псина бьет. Псины сильнее, чем эти чуваки. Да. Как-то. Самое прикольное, что они против этих чуваков тоже. Идем, тут перед дверью надо открывать. Готов? Да. Что-то не открывается. Да блин, тут у меня псина жрет, а ты стоишь. Ну, ты... Нам говорят, иди быстрее. Ауч. Открываешь? Пытаюсь.
Integrity verified. Retrieval was successful. We have everything we came for. Get to extraction. Все? Да, там я видел еще зеленый этот. Где пошли? Вот тут. Где что? А, вон вижу. Как к нему подойти-то? Открывается. Во. Все, валим. Ой, а ты куда побежал там? Под низом пройду. Ну ты читер. Вообще. А ты знаешь, что нам в обратную сторону идти надо? Да ладно. Да. Я иду в обратную сторону. Нет. А, да. Странно, на карте показывал, как будто точка сзади. Злобные псины, лезь наверх сразу. А чё наверх? Они наверху тоже есть. Разве? Да. Странно, ну ладно. Ой, тут какие-то вопли. Привет. Да блин, я все время путаю кнопку перезарядить. Это надо уничтожать. Это все надо уничтожать. Все, что ты видишь и не понимаешь, надо уничтожить. Ой, там чувак пуляет. Ах ты ж мимо пробежал. В жопу тебе. Че там? Да ничего. Ящики. Я все. Вот ты уже убежал-то, а? А, тут выход, короче. Ну пошли, мы же все собрали уже. Ну а так тут. Тут перед выходом, походу, всякие всегда ящики лежат. Ну, типа да, как он вознаграждение за труды. Я пойду наверх там. Я все равно тоже пойду наверх потом. Так. Ты там что-то нашла, я чувствую. Пока ничего. Сокровище. Я... Оно улетело, блин. Как так? Вот так. Я открыл ящик, и там сокровище улетело вниз. А, ну все уже, наверное, недоступно было. Где оно было? Видимо. Оп. Не допрыгнула. Смотри, там пометки. Может быть, ты найдешь способ, как его найти. А мне не показывает ничего. Мне только выход показывает. Багованная игра. Можно спрыгнуть? Да. Где оно упало? Я сомневаюсь, что тут можно спрыгнуть вот очень сильно. 2000 метров до него написано, ладно, понятно. Уже 2000, а мне показывает 40. Где? Вот я вижу 2004 метра. Mission complete. Excellent work, Tenno. А, вон у меня все равно есть звезда, а это Ансан какая-то. Да, у меня тоже. Одну-то мы подобрали, видимо.